Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Вот. Триангуляция. Разведка только что перехватила звонок с так, ее номера. Что за лаги? Через 3, 2, 1. Алена Варшевская? Кто да ёп! Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? Да. Охранник мертв. Они идут со мной. Спокойно, мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на 5-м этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть. Надпись. Рейсдорф. Пожалуйста, скорее. Хорошо, положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью. Это бред какой-то лаганый. Это засада! Надо сваливать нахрен! Шевелись, шевелись! Бегом к зданию! Металл 01, мы потеряли связь с командиром немецкой дивизии. Доложите обстановку на земле. Танковая колонна остановлена, нас громят! Эта зона потеряна! Это что за место вообще? Это что такое вообще? Ну давайте еще, блин, 20 минут ранее. Сейчас будем смотреть, что тут. А если я пушку поменяю, то же самое будет. Прыгайте. Штурм! А чё русские без каких-либо ска? Ну вот, в каске, кстати, только хотел сказать. В шапках каких-то одних. Нормально. Кто палит, я не вижу. Вот он, голубчик. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь то же самое, в принципе. Да ёб... Он сдохнет уже. Так, стоп. Конечно, чисто. Если я тут, тут все чисто. Но уборщица тут не помешает. Занимаем. Патрончики-то дадут нам здесь. Так, ну. Да ёп. Парасите. А, попал, походу. Так, где тут патроны, патроны, патроны. Ребятушки. Патрончики. Пардон. А где люди? Где война? Чё? Где снайперская? Вот. Нет. Блин, ублюдки, где? А, что делать? Ну, где? Займись ими. Метка. Ну, хотя особо разницы. Да сдох. Я не вижу снайперку, где она? Там, что ли, поискать надо? Гранит 01, наблюдение установлено. Принято, мы на подходе. Ну, может быть. Достаточной площадки обнаружены цели. Запуск
Ой, я сразу так нельзя было с пулемета. Защищать. Ну давайте попробуем защитить. Не получится, не мои проблемы. Так. Нас обстреливаю! Угони до гости! Дверь слева! Прикрывай их! Возьми снайперскую винтовку! Да где, сука? Вот что это такое тут пусто? Это ч... все еще кто-то есть. А, во, так и знал, на единичке. Стоит shift. Отличная работа по цели. Гранит, все чисто, продолжайте. Интересно. Так. Ай. Нет, нет. Ты чё, дурак? Я ж... Я ж вроде пометил, так нормально. Давай. О! А где этот самолет? Улетел уже. Шикарно. Обожаю бомбеж. Готова, девочка моя. Готова. К новой цели. Ну-ка. Истребитель. Мне, походу, все должны. Гранит, вы видите Афину? Так точно! Ещё слева! Ещё два! Убираем! Это... Как это? Гранит! Гранит! Они мертвы. Какого чёрта? Оверлорд, команда Гранит уничтожена. Повторяю, орлы уничтожены. За Афиной идём мы. Чё? Сэндман, отбой! Цепляйся, нам нужно на улицу! Там что-то уже бомбит уже. Бомбежка. Ну, F был написано, ёпарсы. Так, нормально. Бегом! Друг. Грич. Сэндмен. Хорошо, нам сейчас придется, наверное, бомбить, нет? Снова. Чего? А, хорошо. Блин, Грена. Ай, ай, ай. Так. Ну-ка. Конечно, метка, что тут целится-то? Так, а у нас... Ну, нормально. Секунду. Да ёпперсы-то. А, это русский, я так и знал. Да, это наш уже. Вау. У нас всё чисто! Продвигаемся! А, это наши, да? Зерстерц, Вршгалхаммер, что-то там. Да ёп!
Продвигаемся. А, хорошо. Ну, по-моему, я быстрее вас двигаюсь, вам не кажется, ребятки? Ой, а чё-то их многовато. Так, сам главное своего не бомбануть. Да ёпарсете, кто ж так палит-то? Кто ж так активно-то палит у нас? Да это наш, да? Нет, это не наши. Чё-то... А, вот наш был. Ну, как всегда, я случайно завалил его. Я так всю свою армию перебью. Стэнман. Они отходят, продолжайте наступление! Иди за танками, пока мы не доберемся до гостиницы! Идем, идем. Ого! Вот это реально круто! Бабах! Ну, такой бы реалистичненько. А так смысл понятен. Ну, круто в плане эффектов, а то, что у нас перекрыта дорога, это вообще не круто. Это засада! Надо сваливать нахрен! Шевелись, шевелись! Ну вот, собственно говоря, 20 минут и прошло. Всему конец уже давно пришел, мне кажется. Так, идем. А у нас там РПГ, да? Бред. Это не бред. Эта штука может обрушиться на нас в любой момент. Просто не останавливайся. Это штука здания, да? Да надо побыстрее отсюда выбираться, реально. Мне кажется, сейчас тут хренам все упадет. Да? Сэндман, как ты считаешь? Интересно мне твое мнение об этом. Ну, я так понимаю, вот сюда. Ой, ну когда нас это останавливало? Опять русские пошли. Да, осколочный, наверное, не помешает. Да ёб, что происходит? Дробовики, что ли, у них? Нет, 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 нет. Мы такой путь проделали. Ну, не очень, конечно, большой, но все равно. Достаточно опасный. Мы не можем просто так провалить эту миссию. Даже не думайте, ребятки. Так, все, идем быстро. Тут, в принципе, никого нету. Ну, я достиг цели. Ну, давай, открывай, красавчик. Я бы не смог так сделать, Сэдман. Ты вообще Геракл. Идем. Так, куда идти, ёпта? А. Ну, с такими-то ребятками точно не успеем. Вот я, да, я бегу, рвусь тут. Ого. Что за бред? Долби, долби, долби. Ну, пушку доставай. Бегом! Правильно, толкай его. У-у-у, пипец. Нам нельзя рисковать. Оверлорд, ценный груз
не получен, мы ее потеряли. Да. Ну вот так вот. Ну ладно, пофиг, в принципе. Мы потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы янки любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стрелять. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался. Так, сейчас будем играть за Юрия. Отлично. Что такое 14Т? Откуда он тут? Ну, наверное, с выхода. Зарядить или разрядить? Ну, непонятно было сказано. Долби! Я думаю, ребятки, вы и так без меня справитесь. Ну, блин. Ой-ой. Прыгай, прыгай! Фига ночное видение, мне кажется, тут и так все видно. Да тут вот так вот надо. Раз, раз, и все, и нет, ребятка. Вот сейчас да будет свет. Хотя ладно, включим ночное видение. Так уж и быть. Да, даже немного четче стало все видно. Грену кинул, да? Так, а что у нас вот тут вот? Да не, на один говорю. А, тоже автомат. Ну это круто, ребят, да. Это очень круто. Два автомата, шикарно просто. Патрон закончится, если чё, так. Вот какая-то пушка была.